Я нахожусь рядом с Андреем Белых, который только что единогласным решением судей одержал победу над Виталием Онищенко. Андрей, поздравляю тебя. Во-первых, отличная победа, отличный поединок. Расскажи свои эмоции вот буквально сразу же после поединка. Я рад, что он закончился в мою пользу. Был тяжелый бой. Чуть-чуть потянул пах, но не дало мне как бы проиграть. Все равно нашел волю в себе, волю в победе. И я одолел. Оцени, пожалуйста, своего соперника в плане тактики. Он явно не хотел с тобой лезть в борьбу. Он явно хотел тебя переиграть в ударке, и его конек был именно в ударке. Оцени его способности и оцени, как ты его разгадал и на тему, ты нашел ключики к победе. Я знал, что он будет больше в стойке со мной работать. Пытался входить, пару тейкдаунов все-таки я заработал. Очень непростой соперник, довольно сильный. Ну, все-таки наша тактика вот с моим тренером Зазы Меджиев, с моим отцом Белых Олегом Михайловичем, тренером по греко-римской борьбе, мы все именно нашли ключик к его тактике и сделали все как надо. Ну, по поводу секундирования, я могу твоему тренеру отдать должное. Это просто лучшее секундирование, которое я слышал. Этот человек больше переживал за тебя, наверное, чем ты. Действительно, лучшее секундирование. Расскажи, как ты готовился к поединку именно вот под этого бойца? Ну, мы тренировались по 2 тренировки в день. Вся тактическая работа была в клетке, в спарринге, как можно больше спарринга. Ударка с борьбой. Делали по 20 раундов по 5 минут, выкладывались на всю. По 20 раундов? Да, поэтому 3 раунда это было так для нас. Тренировочка, разогрев. Размялись хорошо. Ну, первые раунды ты явно просто выжидал. Ты выжидал, он больше... Да, присматривался, как он будет себя вести. Ожидал тоже с его стороны проходов мне. Думал, что он тоже будет пытаться бороться со мной. Но все-таки его работа, как я слышал, что он... Больше тактический ударник, и все-таки он как бы хотел со мной больше драться, чем бороться. Но ты в борьбе начал применять ground and pound, да, такое добивание, и локти шли, и кулаки там, и хорошо. Почему не проводил какие-то болевые там приемы? Ну, тоже тактически было чисто забивать его в партере. Чисто забивать? Забивать, да. Больше на болевые, как бы знали, что он довольно крепкий, сильный, поэтому работа именно была забить. Ты планировал этот поединок вообще как, досрочно или же как-то... Нет, настраивался на полный бой. Конечно же, все желали там быстрого боя, быстрой победы. Но я настраивался все равно до последнего на полный бой, чтобы как-то правильно рассчитать силы. Что будешь делать после поединка, как будешь отдыхать? Сейчас вот еще предстоит бой моего друга, моего коллеги по клубу. Да, 10-й поединок. Да, Андрея Красникова. Мы вместе тренировались, вместе пахали. Поэтому сейчас... Еще праздновать рано. Мы должны всем клубам выиграть. Сегодня должны быть наши 3 победы. Поэтому еще нет планов на то, что как будем праздновать. Кого хотел бы поблагодарить? Хочу поблагодарить всех, кто за меня болел, всех, кто смотрел трансляцию, свой клуб, своих друзей. Поддержка. Вот ребята с нами приехали. Все болеют и как бы всегда с нами. Что дальше? Когда планируешь уже? Я смотрю, ты вроде бы особо травм там и не получил, да? Я готов драться хоть еще сразу через. Буквально уже... Я могу выйти. То есть ты готов буквально через 2 месяца уже где-то выступать? Да, по-любому. Ну все, будем тебя ждать на наших турнирах. Большое тебе спасибо за шикарный поединок и поздравляем тебя с победой. Спасибо. Генеральный партнер – международный бренд номеров. Титульный партнер – Parimatch. Грають вони, виграєте ви. Квитки на концерт UA.